новостям спорта. В столице Японии, Токио, продолжается 32-я летняя Олимпиада. После сегодняшнего игрового дня Павлодарскую область будет представлять только одна спортсменка. Начнем с бокса. В 1-8 финала соперником Серика Тимиржанова из Павлодарской области стал серебряный призер чемпионата мира 2017 года американец Дюк Реган. После первого раунда все судьи, а их пятеро, записали 10-9 в пользу заокеанского боксера. Во втором раунде ход поединка изменился и уже двое судей никому не отдавали предпочтения. но трое все же были за американца. В третьем раунде каждый из судей сделал выбор в пользу Регана. В итоге из пяти судей трое записали по 30-27, двое по 29-28 в пользу оппонента Серика. После боя наш земляк заявил следующее. К сожалению, я уступил, отдал все силы для победы случилось, как случилось. Сложно подобрать слова. Огорчен и прошу прощения, что не смог оправдать возложенных надежд. На этом Олимпийские игры для нашего земляка завершены. Теперь нам остается переживать запалдацкую легкоатлетку Ольгу Сафронову. В пятницу 30 июля она выйдет на старт предварительных забегов на 100 метров. Она же примет старт и в забеге на 200 метров, который намечено провести 2 августа. Мурат Белмажит, и это Сакпарат.